Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня в магазине «Светофор». Это город Москва, Новокосино, улица Салтыковская, 49А. А тут еще есть здесь и фамилия. Может быть, заглянем с вами на третьем этаже. Много стирального порошка, есть и детский. И вот такой вот Sunrise автомат 6 килограмм. Давайте мы попробуем с вами найти здесь состав. Так, сульфат натрия, анионный ПАВ. Ну, фосфонатов я не вижу, без фосфонатов, да, так что должен быть хороший порошок. Кто брал, тоже поделитесь. 6 килограмм, 224 рубля. Так как я в Светофоре нечастый гость, да, то буду показывать те товары, которые мне понравились. Если это какие-то старинки, особо не ругайтесь. Вот такой вот еще тоже вот Санрайз детский, из первых дней жизни. И, конечно же, меня интересует состав. Тоже сульфат натрия, менее 5% анионный ПАВ, менее 10% НПАВ, сода кальцинированная, фосфаты. А зачем здесь фосфаты добавили? Нормально, в обычный порошок нет, а сюда да. Странно. Трубочист. Вот этот, кстати, детский стоит 175 рублей. Трубочист для всех видов труб. Для устранения профилактики засоров 5 литров 140 рублей. Полироль для пластика 100 рублей. Антистатик. Эффективно очищает пластиковые детали. Защищает пластик от старения и выцветания. Таблетки для посудомоечных машин 221 рубль. Солт. Здесь 60 таблеток. Большая упаковка средства для мытья посуды. 5 литров. Ну, такое, жидковатое. 287 рублей. Концентрированное средство для мытья пола. 100 миллилитров концентрат на 900 миллилитров воды. Это 1 литр средства. 30 рублей. Еще вот такой вот универсальный концентрированный порошок. 226 рублей. Здесь 1 килограмм 300 грамм. Стирать можно даже до 95 градусов. Корея вроде как. Сейчас выясним с вами. Так, изготовитель. Ну, в составе есть фосфонаты. Изготовитель, да, Корея. И такой порошочек. Большие коврики. 75 на 100 сантиметров. 620 рублей. Только вот такие вот черные, но они реально большие. И столики есть в продаже, причем тут даже разные цвета. Вот он в собранном виде. Хороший, мне понравился. Он продается уже давно в Светофоре. 1718 рублей. Кроссовки женские. Размеры разные. Это наше российское производство. Размеры с 36 по 41, 552 рубля. А есть вот такие мужские. И вот такие вот светленькие. Много привезли растений, но то, что вижу я, они уже все мертвые, к сожалению. Они все уже вообще не подают признаков жизни. Тут уже все даже завяло. Классная сковорода чугунная, блинная, гардарика. И это Мелитополь, Запорожская область. Вот так вот. 572 рубля. Ручка съемная? Да, ручка съемная. Вот такой ковшик себе брала. Здесь, кстати, сейчас уже другая ручка, да. У них ручки меняются, но он обалденный. Это литой алюминий, 773 рубля. Очень хорошие ковшики, рекомендую. У меня ручка поинтереснее. Для садоводов, огородников леска триммерная. 22,4 мм на 15 метров. 149 рублей, ну 150. Так, леска шестигранная, по-моему. Что-то я не пойму, какая она. Нет, она не шестигранная, но должна быть все равно хорошая. Она не круглая.
Мне, кстати, больше нравится, когда леска не круглая. Антибактериальный лосьон для ухода за кожей лица. В упаковочке 4 штучки по 100 миллилитров. Стоит 123 рубля. Бинты стерильные. 64 рубля. Вот меня всегда интересовали вот эти товары. Масло моторное, да, вот все, что здесь продается. Мужчины, кто брал, отзывайтесь, как вам, стоит здесь брать или нет. Садовые тележки 720 рублей, 38 литров. Размеры 57 на 39 на 95 сантиметров. Вот они какие на колесиках. Такая большая длинная ручка высокая. Пруд сейчас можно приобрести здесь. 140 литров, 1397 рублей. И оцинкованные грядки тоже приехали. 1168 рублей. Размеры 0,7 на 1,5 метра. Вот они. Сетка садовая есть. Цену, к сожалению, не вижу. Метр на 10 метров. Хозяйственное мыло от пятен, 200 грамм, 36 рублей. Есть еще вот такое здесь рядышком туалетное мыло с ароматом, фруктовый коктейль, 200 грамм, 33 рубля. Дезодорант от Камей. Нежный аромат французской розы, 132 рубля. Защита от запаха. И это просто дезодорант, это не антиперспирант, имейте в виду. Лосьоны парфюмированные, сразу покажу варианты. Это ягодный, ванильный, цитрусовый. Для всех типов кожи они подходят, 250 миллилитров. Стоят они всего лишь 37 рублей. И здесь производитель, вообще не вижу, Москва, Республика Мариэл, да, увидела. Но мне запахи показались химические. Такие же лосьоны от Парли, которые в Фикс-Прайсе продаются, они вкуснее пахнут. Так, еще акваспрей. Что за акваспрей такой? Для дома морская соль и бергамот. 83 рубля. Какая интересная бутылочка. Мне прям понравилась упаковка. И здесь перекись водорода 500 миллилитров, 3%. 51 рубль. Средство для педикюра. Добро пятки. От трещин и натоптышей на стопах. 230 миллилитров, 124 рубля. Состав вам поближе покажу. Это город Дзержинск, Нижегородская область. И вот он способ применения. Ой, сколько тапочек. 168 рублей. Так, тапочки мужские из искусственного меха. Это не тот ценник. Сабо детские, 30-35, ЭВА, 239 рублей. Вот он, правильный ценник, 239. Мне понравился такой цвет. Сейчас буду искать своему сынульке. 30 размер, а нам нужен 31. Еще есть вот такие шлепанцы мужские. Ой, какие они классные. Тяжеленькие, правда. Сделано все качественно. Размеры разные тоже, 241 рубль. Галош много, есть вот такие вот. Галошки 264 рубля. Мужские и женские размеры здесь разные. И вот такие вот. С открытой практически пяточкой галоши. 234 рубля тоже, Саба. А женские размеры 36-41. Ой, еще шлюпанцы детские. 299 рублей. Розовый для девочек. Синие для мальчиков. Это как мужские, только ну и детские они немножко, конечно же, полегче. Тоже разные размеры. Панталеты женские ЭВА. Размеры с 36 по 42. В основном они все вот такие желтенькие. Есть еще один потерялся мятный. Вижу несколько розовых. 224 рубля. Легкие, хорошенькие. Замечательные. И за 331 рубль вот такие вот женские
Вообще написано унисекс, да, размер с 36 по 45, поэтому да, они действительно унисекс. Беленькие. Неожиданная тут, конечно, находка. Метафорические ассоциативные карты. 308 рублей. Таро. 78 карт для гадания. Так, еще здесь есть вот такая кормушечка. 257 рублей. Разные варианты. Выбирайте, какая вам больше нравится. Мне вот такая больше понравилась. Книжечки за 208 рублей. Читаем с мамой. Книга «Перевертыш». Видите, мы ее держим вот так вот. А чтобы прочитать, ее надо перевернуть. А здесь читаем с папой. Прикольная. Еще есть вариант. Энциклопедия о любви и дружбе. Сказочный учебник для малышей. Все, что нужно знать о здоровье дошкольнику. Вот такие замечательные книжечки. Есть книжечки от Узоровой Нефедовой. 30 тысяч примеров по математике. Счет до 20. 97 рублей. Какие еще варианты? Олеся Жукова, Зоя Леонова. Большие прописи для самых маленьких. Готовим руку к письму и развиваем речь. И также из этой же серии раскраска от Олеси Жуковой и Зои Леоновой. Гигантские раскраски 30 на 47,5 сантиметров, 96 рублей. Майнкрафт для девочек. Модный показ. Топ-модель. Вот это круто. Вариантов вообще много. Есть еще вот такая вот. Каникулы в стиле аниме. В школе, когда училась, рисовала в стиле манга. Очень мне нравилось. Вот такая еще. Друзья роботов. Так, что еще есть? Уже готовимся потихоньку к школе, я так понимаю. Еще не закончили, а уже готовимся. Набор школьных обложек для начинающих классов. 92 рубля. Конструктор из цветных деталей. 201 рубль. Куколки еще есть, 1122 рубля. Смотрите, сколько тетрадок привезли маленьких, ну, обычных, клетку, 18 листов. Вот такие вот, 48 листов. Прям тут очень-очень много всего привезли. Много здесь стоит вот таких вот упаковок с кашей, 5 злаков, фрукты. Но не только 5 злаков, смотрите, она еще есть и рисовая. 37 рублей стоит такая кашка. Тут очень-очень много, прям целый палет. Всем хватит. Смотрите, наборы емкостей. 129 рублей. Есть три варианта. Есть вот такие вот розовые, с розовыми крышками, одинаковой формы. А есть с разноцветными крышками, но разного объема. 1,4 литра, 1,05 литра, 0,7 литра и 0,55 литра. Это все фан-кук. Причем их по крышкам, да, смотрите, их удобно ставить друг на друга, и никуда не денутся. Отличные. Ручной опрыскиватель помповый на 2 литра, 196 рублей, чуть-чуть подешевле, чем фикси. Органайзеры для хранения. 24 литра войлок. Вырубные ручки 251 рубль. Разные варианты. Есть вот такой вот квадратный органайзер. А есть прямоугольной формы. Вот у меня такие у сына. Складываю в него игрушки. В него, в них. У меня целых 5 штук. Замечательные. Правда, со временем парочка начали так, как сказать там, махриться, что ли.
Но в целом они форму держат, ни швы не порвались, все замечательно. Поэтому, в принципе, я их вам могу рекомендовать. И самое, что интересное, что здесь два цвета. Есть темненький, есть светленький. Каждый себе сможет подобрать, какой вам больше понравится. Помповые опрыскиватели наплечные на 6 литров тоже есть в продаже. Я в прошлом году купила, но так им еще и не воспользовалась. Вот. Но в целом отзывы были хорошие. Сколько он стоит сейчас? 625 рублей.